Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Undertale-ушку проходить. А если кто-то в комментариях там что-то писал, я не прочитал, потому что я серии две подряд записываю, короче, записал. Поэтому уже будет в следующей серии, скорее всего, это у меня на понедельник эта серия. Да, скорее всего, понедельник уже. А со вторника уже будет, короче, все нормально. Так, идем, короче, сразу же сюда. Смотрим, что тут манекен хочет нам. А, что? 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 Такова жизнь. Да. Это что такое? Тук-тук-тук. Алло? Не похоже, чтобы кто-то был дома. Нету дома никого. Ладно, не пойдем, значит, сюда тогда. А что тут? Вот это дома. Тут-тут-тут-тут-тут. Опа. О, ты правда пришел. Прости, я не ожидал этого. Тут пустовато, но чувствую себя как дома. Да ни хрена себе, у вас тут цивилизация. Монстр горит. Так, это книга. На этикетке CD написано «Жутко мелодии». Послушать его? Давай. Вы проигрываете. Давай другую. На этой книге написано «Жуткая волна». Давай. А то же самое, только... А, блин, только Сеха. Окей. А тут что? Музыка для жутко... Жутко-никул. Давай. Что за набор звуков? Это сейчас так, это сейчас, в принципе, если так посмотреть, то на каждой эстраде, блин, у нас такая херня. Ну окей, ладно. А тут что можно сделать? Паутина. А в ней флаер на распродажу выпечки. Так, а можно как это остановить? Это безумие. Слышь, чувак, останови безумие. Ладно, что в холодильнике? О, ты голоден. А могу достать тебе что-нибудь поесть? Лучше останови музыку, я не голоден. Это призрачный бутерброд. Хочешь его попробовать? Ну давай. Вы пытаетесь откусить кусочек призрачного бутерброда. Вы проходите сквозь него. Забудь об этом. Выключи, блин, нахрен! После хорошего обеда я люблю лежать на полу и чувствовать себя мусором. Это семейная традиция. Хочешь присоединиться ко мне? Ну давай. Хорошо, следуй моим указаниям. Просто ложись, короче, и лежи, да? Вот мы и начали. Тебе нужно лежать так долго, сколько сможешь не двигаться. Ну, подвигаешься только, если захочешь встать, я полагаю. Ой, блядь. Я встал. А что же, это было здорово. Благодарю тебя. Пожалуйста, давай лучше вот это уже... Что? Вам еще нужно восстановиться после такого падения. В смысле? О, да! Сиди, остановился. Спасибо. Кошмар. Так, ладно, телевизор. О, это мой телевизор. Там крутят шоу, что я смотрю. Временами. Да, а компьютер? На компьютере открыт браузер со вкладкой форума обмена музыкой. Окей, ладно. Продолжи-ка я работать над миксом. Давай, чувак, не надо. Это такой кошмар. Так, закрыто. Почему? Там закрыто, там дома никого нет. Что за фигня? Вот ты. Это улитка. По какой-то причине вам интересно, какова она на вкус. В смысле? Не очень. Улитка, улитка, тебе предстоит долгий путь. Улитка, улитка, далеко к горизонтам ускользнуть. Улитка, улитка, ваш наиулиточнейший Сэм Биуль. Чего? Что это? Это тоже улитка. Эта улитка подсчитывает долларовые банкноты. Какие долларовые? А что я назад не могу вернуться? А, давно настало время обзавестись вторым домом.
чувак уже все в хлам. Так, а ты? Неловко, я сейчас работаю. То есть, добро пожаловать на семейную улиточную ферму Балуков. Ага, я единственный работник. Раньше здесь было много работы, но однажды наш главный клиент пропал. Теперь только какой-то волосатый чувак приходит раз в месяц. Хорошо. Так, смотри, я там был, там был, там утка, там можно перепрыгнуть. Там я был, там еще можно туда будет пойти. Окей. А что за это? Гонки какие-то. А, это уличные забеги. Ой, улиточные гонки. Блин, вот это прикольно. Давай. Хочешь поиграть в игру? Она называется Улит Кросс. Улитки будут участвовать в гонке. И если желтая улитка победит, то ты выиграл. А почему желтая именно? Есть монет, чтобы сыграть. Давай. Хорошо. Нажимай Z повторно, чтобы ободрить свою улитку. Начнем? В смысле, ободрить. В смысле ободрить? Она не идет. Она сдохла вообще. Ободрись! Он меня наебал. Она вообще сдохла. О, похоже, ты ободрял свою улитку слишком сильно. Все это давление, чтобы победить, окончательно достало ее. О. Так, а подожди, в смысле? А какой смысл ободрить, если я нажимаю кнопку ободрить, а она останавливается, а не идет быстрее? То есть мне ничего не надо делать, да? Просто давай. То есть пускай она сама идет, да? Давай газуй. Да она вообще тормозит. Она вообще не идет. Смысл, я не пойму, гонки этой. Она тормозит наоборот, если я нажимаю Z. Что за херня, блин, я ничего не понял. Гонка окончена. Я ничего не понял, если честно. Ну, мы с улиткой старались как могли, но, похоже, улитка обескуражена, и ее старания были недостаточными. О, непонятно, вообще непонятно. Сейчас ничего не понял. Смысл нажимать Z, если она не ускоряется, а тормозит наоборот. Короче, нахер эти гонки, я не понял, как с ними работать. Как-то не очень прикольно. Давай сохраню, чтобы на всякий случай. Ой, блин, что-то непонятные улиточные забеги какие-то. Так, у нас же здесь ничего нет, там торговец, да? Значит, идем дальше тогда. В принципе, там же больше некуда идти. Там закрыто у нас, там я был, там закрыто. Там я это, там я тут. Окей. Так, я тут могу пройти, да? Но это проклятое место не имеет входа или выхода. Нет пути, откуда человек смог бы прийти. Мы будем заключены здесь внизу навсегда. Заключены. Чё-то давно на меня никто не нападал. Ага. О, вот для чего эти грёбаные грибушки. Хоть тут они пригодились. Ага. О, здорово. Кто там? Ой. Кити-кити, особый противник Тэмми появляется, чтобы одолеть вас. Особый противник, так, тихо, особый противник. Может быть, что-то с ним надо сделать? Хорошо, давай оценить. Тэмми, атака Тэм, защита Тэм. Любит гладить милых людей, но у вас на нее аллергия. Привет, я Тэмми. О, Тэмми, у тебя ноги ни хрена себешние. Нифига тебе, ты длинный. Тэмми очень сильно дрожит. Так, покормить Тэмми, хвастаться, обсудить хлопья. Давай покормим. А Тэмми хочет только хлопья Тэмми. А, нет, так голод. Умираю. Блин, у него лапы длинные. Слышь, ты сейчас серьезно? А как мне это увернуться, если он меня просто в угол зажал? Там уже некуда мне идти, алло. Тэмми очень сильно дрожит. Тэмми, ты ебанутый. Почему хвастаться? Посмотрите, хлопья. Вы поприветствовали Тэмми. Привет, я Тэмми. Здорово, блядь.
Что? А как? Тэмми случайно сделал ошибку в своем имени. Не хочу я с ним драться, он ебанутый. Вы победили, получили 0-0-0. Если это был какой-то супер чувак, которого надо что-то было сделать, ну его нахрен. Потому что он дебил. И что? А чё? А чё, как мне пройти дальше-то? Чё за дела? Или мне назад надо идти? Ой, чё-то Тэмми этот какой-то долбанутый. Ага. Скорее всего, назад, да? Да ёптя! Опять эти два дебила. Угу. Крайне нормален. В смысле, а чё его нельзя пощадить? Подражать. Как вдруг? Тут что-то новенькое, ух ты. Что-то новенькое. Это мини... Ага. Мегажел нуждается в личном пространстве. Мегажел. Лечь, разобнять. В смысле, разобнять. А что такое? Так, на размер больше среднежела. Скромное покачивание. Ты чё? Не плюйся! Пахнет как в рыболовном магазине. Так, омегажел, хорошо, омегажел. Лечь, обнять. Он в личном пространстве, значит тогда его обнимать нельзя. Значит тогда разобнять. Вы не обнимаете омегажел, он ценит то, что вы уважаете его личное пространство. Ну, хорош. Кажется, омегажел привык к вашей компании. Вот, все, до свидания. До свидания, Мегажель. Что-то новенькое было. Прикольно. Так, тык. Жизни там у меня 12, но если что, я похиляюсь потом. Есть, прошел. Что это? Что-то исчезло или мне показалось? А вот, что там? Кристаллы какие-то. Так, чтобы добраться до дома, не имея свечей и магии, монстры использовали кристаллы. Так, окей. Ага, понятно. Да ебля. Ой, блин, у вас ни хрена себе сколько. Так, подожди, кого мне первого надо ушатать? Мне надо Вошуа, да? Да, Вошуа помыть. Ага. Блин, зеленый, давай ходи. Сейчас тут жопа как начнется. Блять. 8. Так, Арангрива пришли нас. Так, Вошуа, давай опять помыть. Зеленый, значит, чистый. Да дай сюда зеленку-то, ёпта. Из Аарона выстреливает пот, буквально. Боша, давай еще помыть. Да блин, он не туда зеленку эту пускает, скотина, не в ту сторону. Аарон игриво плещет. Да Вошуа, ты затрахал. Уйди. Или может этого надо выкинуть в космос. Блять. Что-то прям много всего, у меня 4. Пахнет как ферма мидий. Вещи. Одно скимо давай. Так, хорошо. Угу. Да блять. На. Так, Аарон с мускулатурой. Хорошо, давай тогда будем этого. Аарона будем хвастаться. Ага. Так, вашей следующей, давай, хвастаться, пока он не улетит. Потому что этот что-то не хочет вообще никак со мной работать. О, чуть не попал. Давай. Все, нахер. Скряби-дабадабцуц. Ой, ёпта, не туда. Вошуа ищет, чтобы еще помыть. Так, Вошуа, помой меня. Так, зеленый. Опа. Да блин, пускай сюда их затрахал. Дружишь с маленькой птичкой, Джур Ушо. Давай еще помой меня.
Может, я сейчас немножко отхилить. Блять, нихуя себе он пускает так-то. Давай еще. Да пускай сюда их затрахал. Так, воша помыть. Ай. Сука, сложно. Ладно, короче, нахер его. Потому что я так больше потрачу. 55 монеток, ладненько. Так, мне вот сюда быстренько надо щемать. Бэу. Бэу. Бэу-бэу. Выход нужно найти, да? Ну, не знаю куда, но, скорее всего, не сюда. Так. А если я, например, без подсветки я пойду, и что, будет плохо все? Да хорош! Только давайте не вдвоем, да блин! Давай два скимо съем. Так, эти ж два сейчас будут ебенить только так. Так, мегажел сдержанно вращается. Так, мы мегажела сейчас будем разобнимать. Блин, он же сейчас плеваться начнет. Упасять! Хорош. Привык. Так, мегажела можно отшатать. Этот, что придурок. Опа. Так, Вошуа. Действие, Вошуа, помыть. Мой меня, падла. Да пускай же ты их хоть немного сюда. Так. О, все, отлично. До свиданьки. 45 монеток, отлично. Так, сейчас тыкну вот эту штуку на всякий случай, чтобы вдруг не... Вот, я все нашел. Эй, тут темно. Не вижу ни хрена. Так. Позади тебя. Позади тебя. Блин, да опять ты! Чё она меня преследует-то? 7. 7 человеческих душ. Силой 7 человеческих душ наш король. Король Асгор Дримур. Блин, это подожди, это сейчас она говорит? Какой ей голос сделать? Станет богом. С этой силой Асгор наконец разрушит барьер. Я не знаю, как ее звучит. Он наконец заберет обратно поверхность у человечества. И отплатит им за боль и страдания, что мы пережили. Смекаешь, человек? Это твой единственный шанс на искупление. Отдай свою душу, или я вырву ее из твоего тела. Хуча! Не, не дам. Тра-та-та-та-та! Стоять! Андайн, я помогу тебе сражаться! Буньк. Йоу! У тебя вышло! Андайн прямо перед тобой! Ты прям в первом ряду на ее битве! Погодите! А с кем она сражается? Типа свали отсюда! Ты же не расскажешь моим родителям об этом, да? Так хорошо, она немножко свалила, да, и мы свалим. Вот сюда. В кусты прячься! Или чё? А чё, куда? А чё я сюда пришел-то? Тут же дальше ничего нет. Слышь? А ты же не расскажешь моим родителям об этом, да? Это последнее, что цветки, короче, вот эти вот записывают последние слова, которые услышались. Окей, тут нельзя пройти. Ага. Вот сюда можно. Это меня не ударит? Вы слышите сейчас часть разговора. Если я скажу тебе свое желание, обещаешь, что не будешь смеяться надо мной? Окей. А вы слышите часть разговора? Конечно же, я не буду смеяться. Окей. Так. Однажды я хочу залезть на гору, под которой мы погребены. Стоять под небом, смотреть на мир вокруг. Таково мое желание. Вы слышите смех. Эй, а как же обещание не смеяться? Ну да. Вы слышите часть разговора. Прости, просто это забавно.
У меня такое же желание. Окей. Однако есть пророчество. Ангел, видевший поверхность, вернется, и подземный мир опустеет. Ну так это же не я. Потому что я же сюда упал как бы маленький, я же не был здесь, а потом пошел туда, а потом вернулся опять. Ну что за херня? Так, сюда нельзя, нельзя. Оу! Опять ты. Опять ты, дракошка. Йоу! Ну йоу! Йоу! Я знаю, я не должен быть здесь, но я хочу спросить у тебя кое-что. Ах, блин, я никогда не спрашивал когда-либо об этом. Йоу, ты же человек, да? Блин, я так и знал. В смысле, теперь я это знаю, я имею в виду. Андайн сказала мне, держись подальше от этого человека. Так что, полагаю, это делает нас врагами или типа того. Ну я, кажется, типа привык к тебе. Йоу, скажи что-нибудь обидное, чтобы я мог тебя ненавидеть. Пожалуйста. Нет. Йоу, что? То есть я должен это сделать? Была не была. Йоу, я тебя ненавижу. Чё? А, окей. Блин, я такой придурок. Я, пожалуй, пойду домой. Ну, иди. Оп. Йоу, постой, помоги, я споткнулся. Ты вечно. Так, чувака спасти надо. Спасай его! Так. Йоу, чувиха? Чувиха. Если ты хочешь навредить моему другу, тебе сначала придется пройти через меня. Да? Такая, смотри. Че за херня? Ладно, пойду нафиг, да? Есть, я спас дракошку. Она ушла. Йоу, ты и вправду спас мою шкуру. Полагаю, быть врагами была не самая удачная идея. Тогда мы просто станем друзьями. Блин, мне и правда нужно домой. Ставлю на то, что мои родители сильно беспокоятся обо мне. Ну все, иди давай. Только не упади, блин, не беги. Просто иди. До встречи, чувак. Давай. Эй, смотри, не упал, молодец, красавчик. Мне бы сейчас сохраняшку, вообще было бы зашибись. Пацаны, сохраняшка нужна позарез. Прям край. Так, тут у нас ничего нет. Блин. Ой, какая пещерюга. Ах, и это тут стоит. Семь людских душ. И король Асгор станет богом. 6. Столько мы уже собрали. Понимаешь? С помощью твоей 7-й последней души этот мир преобразуется. Однако сначала, в дань уважения тем, кто дал нам возможность зайти так далеко, я должна рассказать тебе трагическую историю нашего народа. Все это началось давным-давно. И все? Нет, знаешь что? К черту все! Почему я должна рассказывать тебе эту историю, если ты скоро умрешь? Сука! Че? Ты? А что такая стрёмная? Ты стоишь на пути всеобщих надежд и мечтаний. Из-за книг Альфиса по истории я уж подумала, что люди крутые. С этими громадными роботами и цветочными воительницами. Но ты? Ты просто трус. Спрятался за этим монстрёнком, чтобы снова от меня убежать. И не будем забывать об этом сопливом. Такой паинькой трюке. Чё? О, я приношу пользу, обнимая всех подряд. Знаешь, что принесло бы настоящую пользу? Твоя смерть. Так что, человек, твое существование — преступление. Ну, короче, я ненормально ее озвучиваю, потому что у нее рожа стрёмная, значит, голос у нее женский, в принципе, не может быть. Твоя жизнь — это все, что стоит между нами и нашей свободой. Я чувствую, как прямо сейчас сердца всех моих... Всех монстров бьются в унисон. Каждый из них ждал этого момента всю свою жизнь. И мы совсем не нервничаем. Если соединить силу всех сердец, проиграть нельзя. Итак, человек, покончим с этим прямо здесь и сейчас. Блин, не вовремя. Я покажу тебе, насколько монстры могут быть решительны. Шагни вперед, когда ты будешь готов. О, спасибо.
я не готов. Ветер пронзительно воет, вы полны решимости. Хорош, ребятки, сохраняшку дали, смотри, классно, вообще четко. Так, в следующей серии мы начнем, я так понимаю, драку с этой... Что это за херня какая-то, блин, подводная херня, нигера какая-то или что-то типа того, не знаю. Ну, блин, наверное, следующая серия будет жопная. Короче, все, ребятушки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Undertale, где будем отгребать или же нагибать. Все, всем пока.